Что, Гоша, тоже не хочешь суп? Да достал меня уже этот суп! Каждый день суп! Тошнит меня уже от него! Суп им не нравится. Сейчас бы чипсов хрустящих с сыром, а я бы с крабом. Чипсы они хотят? Ребята, вы слышали? Пишите в комментах, разрешают ли вам чипсы есть. Я, например, против чипсов. Это вредная пища. Может, ну этот суп? Пошли выльем в унитаз. Хорошо, только давай тихонечко, чтобы никто не заметил. Сейчас суп выльют. Нельзя. Я вам сейчас вылью суп. Мама готовила не для этого его. Так, сели. Так мы хотели просто у себя в комнате поесть. Да. Слышал я, как вы мечтали о чипсах. А я вам тут фифу 21-ю купил. А вы даже суп не едите. Давай сюда, скорее, папа. Не торопимся. Ребят, надо их проучить немножко. Смотрите и ставьте лайки. Значит так, Георгий и Ярослав, я тут придумал. Фифу я вам дам только при одном условии. Хорошо, папа, сейчас едим. Не утруждайте себя, суп уже можно не кушать. Я придумал лучшее условие. Какое? Кастрюлю супа съесть? За фифу. Вы все полезное, типа для вас вредное, с удовольствием съедите. А я придумал от обратного. Давайте 24 часа челлендж. Одни чипсы будете кушать. И если выдержите, фифа ваша. А не выдержите, я у вас еще и телефон отберу на неделю. Пап, ты серьезно? С тобой все в порядке? Серьезно. Вы ж хотели тут чипсы, мечтали вместо супчика, да? И думаете, так легко вам будет? Это вам только кажется. Короче, я за чипсами, а вы готовьте свои животы. Вот это прикол, Гошавлю. Мало ли того, фифу, а еще и чипсы есть. Я бы эти чипсы ел целую неделю. Вообще легко. Я бы всю жизнь их на изи ел. Чипсов они захотели. Сейчас я им накуплю чипсов. О, а вот и такие, как они любят. Да, именно они. Потратиться, конечно, придется, но, надеюсь, это будет им уроком. Ну что, ребята? Вот вам! Челлендж начался! И чтоб сюда даже не заглядывали! И помните, что из нормальной еды все, что вам можно взять, это только водички. Так что наслаждайтесь, вы мечтали! О, круто! Вот это счастье привалило! Ой, мои любимые! Со вкусом краба! Ой, а что это у вас за праздник такой? Чего чипсов так много? С папой поспорили на целый диск FIFA 21. И поспорили на то, что выдержим ли 24 часа есть, но только одни чипсы. В жизни не поверю. Я сейчас папе все расскажу. Если не веришь, иди рассказывай. Ага, иди. О, хрустят чипсами. Аж тут слышно. Надолго ли их хватит? Пап, это правда? Ты о чем? Малым что, можно просто так есть чипсы? Не, мы с ними поспорили. У нас челлендж. То есть получается, что они 24 часа кайфуют, едят чипсы, и за это получают диск фифы? С тобой точно все в порядке?
Ты думаешь, легко сутки есть одни чипсы? Ха, подожди, время пройдет и все расставит на свои места. Еще будут бегать, супчик просить. То есть что, если ни челлендж не выиграют, они диск не получат, хочешь сказать? Ну, конечно, не получат, если проиграют. Я себе заберу этот диск и буду вам его на прокат за денюжки давать только. А, и еще, они на неделю телефонов лишатся. Ладно. Нет, все, я больше не могу, у меня уже изжога. Так за водой запивать, так легче будет. Окей. Надеюсь, с водой будет легче. И еще пачку одолеем. Ну что, малые, как ваш чипсовый челлендж? Счастье есть? Я думал, это легко. Вообще уже не лезет. У меня язык скоро растворится. Ага, очень смешно. Даже вода уже не помогает. Слушай, Сонь, а помоги нам. Вместе в фифу играть будем. Точно, Соня. Ты же тоже любишь играть в песку и кушать чипсы. Так что давай, запрыгивай к нам в лодку. Не-не-не, малые. Мне с вами с чипсами не по пути. У меня только тренировки начались, правильное питание. Сами справитесь. Ну, Сонь, ну пожалуйста. Если папа выиграет, то никто в фифу играть не будет. Ну придумай, как нам с этими чипсами справиться? Надо было нормальную еду есть. Вам бы просто так фифу купили. Да, я бы лучше сейчас тарелочку супа навернул бы. Я бы тоже лучше суп ел, чем эти чипсы. О, у меня есть идея, ребята. Суп значит суп. Сейчас будет. Давайте пачку одну. С удовольствием. И чё? Они чипсами не перестали быть. Бе. Одну секунду. Вы ж хотели суп. Вот вам чипсовый супчик. Приятного аппетита. Ты что, Соль, издеваешься? Они даже хуже стали, чем чипсы. Ну вы же просили помочь. Помогаю, как могу. Соль, придумай еще что-нибудь. Ну пожалуйста. Ладно, пойду позвоню девчонкам. Может быть, они мне что-нибудь подскажут. Ну как дела? Наслаждаетесь чипсами, ребят? Да. Ага, да. А что это у вас? Чипсовый суп? Ха, вы на нем застряли, как и обычно не хотите, да? Я заставлять не буду. Не-не, пап, мы сейчас все съедим. А ты что пришел? Проконтролировать нас? Да нет, я так зашел себе невкусный бутерброд с колбасой сделать. Ну и Соня попросила ей тоже. А вы давайте, уплетайте свои чипсы. Ай, колбасочка. Вот бы были чипсы со вкусом супчика или колбаски. Мы бы намного быстрее их съели. А лучше просто бутербродик с колбаской или супчик. Так, чипсы ж ваши, правильно? Вот их к себе туда и... Пап, это нам? Нет, Кошелей, это... Мне и Соне, вам вот чипсы, а я пока пойду, позвоню. Смотрите, не трогайте. Ну что, брат, по бутеру? Давай, я так соскучился по нормальной еде. Какой кайф, колбаска, свежий помидорчик. Как я соскучился по нормальной еде. Обожаю, я больше никогда в жизни не буду есть эти дурацкие чипсы. Все, теперь только нормальная еда. Смотри, Сонечка, я же тебе говорил, что они не удержатся перед нормальной едой. Да. Да, чипсы челлендж, пацаны, не для вас. Эх, прощай, фифа и телефон.
Да ладно, мальчишки, мы тут с Соней поговорили и решили, что так как вам все стало понятно, и вы все-таки предпочитаете нормальную еду, то FIFA вам достанется, и вы будете играть. А вот с телефонами надо подумать, да-да. Опять в PlayStation сидят. Соня в телефоне. Так, ребята, время завтракать. Бегом. Каша готова. Каша? Фу, ненавижу. Лучше бы бургеров каких-то. О, время обеда. Они опять сидят задротят. Давайте, суп свеженький. Стынет на столе. Идите обедайте. Суп! Мне бы сейчас фри с колой. Ну точно не суп. Ребята, ну ужин уже, а вы все никак со своих игр повылазить не можете. Идите, я вам блинчики вкусные сделал, ну. Блины? Пап, а нет чего поинтереснее? Наггетсы, например. Наггетсы? Соня! Вы бы, наверное, один фастфуд только и ели бы сутками. Конечно, с удовольствием. Ах так? Ну сейчас я вам устрою тогда. Челлендж. 24 часа вы будете кушать один только фастфуд. Я скоро вернусь. Скорее! Мы легко этот челлендж выиграем. Да-да. Знаете что, ребята? Я думаю, это будет очень легко для них. Поэтому я приготовил сюрприз. Сейчас я вам покажу, какой. Так. Ну а сейчас тот сюрприз, о котором я говорил, чтобы жизнь малина им не казалась. Берем 3 яйца. Берем циферки. 2, 1 и 3. Естественно, закрываем. Так они будут тянуть жребий. Кому какой пакет достанется? Но вы же скажете, пакеты одинаковые. А пакеты я пронумерую тоже цифрами 1, 2 и 3. Но теперь самое главное. Берем пакеты. И смотрим, что здесь есть. Ролл. Фри. Кетчуп. Наггетсы. Трубочка и салфетки. Салфетки мы оставляем сразу. И так достаем с каждого пакета. А вот что именно окажется и в каком пакете вот из этого? Смотрите дальше видео, и вы все увидите. А еще с вас лайк, коммент, ну и подписка, кто еще не подписан. А я пока буду формировать секретные наборы. А теперь я позову этих едоков, которые утверждают, что это челлендж легкотня. И проверим, выдержат ли они 24 часа кушать только один фастфуд. Дети, идите, кушать подано! Челлендж начинается! Наггетсы мои любимые! Бургеры! Картошка фри и кола! Не торопимся, не торопимся! Я, конечно, понимаю, вы увидели 3 пакета, но тащите! Тут по циферке, кому что достанется! Тише, тише! Что у тебя? У меня 2. 1. Так, значит, Софья, циферка 1. Ярослав, циферка 2. Георгий, циферка 3. Так, Софья Сергеевна, твой пакет. Сядешь сюда. Откроешь, покажешь. И не забудьте, это вам на 24 часа. И больше ничего использовать из съедобного нельзя. Это, Ярослав, тебе. Покажешь, что тебе досталось.
Это Георгий, тебе. И сейчас вы расскажете нашим зрителям, с чем вы будете жить 24 часа. И попробуйте мне только челлендж не вытянуть. Ха-ха, не шитесь. И телефонов, и PlayStation'а, и карманных денег. Удачи. Вообще легкотня. Да это проще простого. А что такое легкое? У меня тоже. Ой, это у меня потяжелее что-то. А что все на дне? Мне нравится это. Странно. Трубочки. Кола. 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 И что мне, 24 часа с колой? Ну хоть за трубочки спасибо. Это еще что? Кола с томатным кетчупом. 24 часа. Я ж не продержусь на этом. Странный у тебя наборчик, Соня. Капец. А у меня? Это даже на фри не похоже. Ха, бургер. Это не набор. Это ролл. Ролл? Один. Два. Три. Салфетки. Ничего себе. Конечно, не кола с фри, как я мечтал. Но голодным не буду. Ну ладно, Ярик. Гош, у тебя что? А у меня... фри. Картошка фри. Еще одна. Наггетсы. Нормально, тебе так повезло. Еще фри. Еще наггетсы. Еще наггетсы. Что? Без соуса? Сухомятку это все? Молчали бы. Вам хоть есть что поесть, не то что у меня. Сонь, давай я тебе фри и наггетсы, а ты мне хотя бы одну баночку кетчупа. О, давай, тогда мы продержимся. А ну тогда давай я тебе дам... Стоп! Кушаем только то, что в наборе под той цифрой, которая вам выпала. Никаких обменов. Вы что думали, со мной так легко? Вот вам, пацаны, легкотня. Как я на одной газированной жиже продержусь сутки? Не представляю. Вы собирайте свои пожиточки и по комнатам не мешайте. У меня сейчас будет полноценный вкусный обед. А вы, ребята, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, у кого лучше набор, кто сможет продержаться, а у кого будут трудности, кто из них не выиграет. Ну что, ребята, мне кажется, мне повезло больше всех. Посмотрите, какой наборчик. Не то, что у Сони. Так, это завтрак. Это обед. Это ужин. Ну что, приступаем к завтраку. Да, что завтрак, что ужин. Все одинаково. Ну ладно. Наггетсы мои любимые. Я бы их целую неделю ел. С картошечкой. Блин, ну вот реально, еще бы соус. Ну ладно, продержусь. Роллы. Мне кажется, самый крутой набор у меня. Там и соус, и мяско, и капустка. Легко протянуть целый день, да, ребята? Ой, уже закончилось. Что-то я не наелся. Съем этот, не хватит. Папа всегда говорил, что от голода спасает сон. Значит, посплю. Да, повезло так повезло. Но я же одной жидкостью не наемся. Я это выпью только на завтрак. Я надеялась поесть, а из еды
из еды, только кетчуп. Может, его так, без ничего? Фу! Его можно есть только с фри или наггетсами. Да. Голодным, конечно, не поспишь. Еще хочу. Ладно, съем раньше обеда. Мой любимый, вкусненький. А как пахнет? Так быстро заканчивается. Съем еще один. Потом лягу спать и доживу до вечера. Блин, капец. Эти роллы стоят здесь, пить хочется. Уснуть невозможно, только все мерещится. Вода или кола. А у меня время обеда. Пол обеда я уже съел. Теперь наггетсы. Блин, без соуса. Капец. Не, сухомятку не вариант. Ну что, мальчишки, как дела? О, у тебя, я смотрю, еще чуть осталось. А ты что, Ярик, все съел и спишь? Да, папа, все съел, пытаюсь уснуть. Ну так пить хочется. Ну с тобой все понятно. Тебе-то спать еще осталось из 24 часов челленджа. Еще 20 часов. Я думаю, все, ты вряд ли его выиграл. А у тебя как дела, Гош? У меня еще ужин впереди, но я обед только еле-еле в себя впихнул. Это, конечно, вкусно, но без соуса и колы это невозможно съесть. Тем более три раза подряд. А я всегда говорил, что соус и колу они туда и кладут, чтобы ты как можно больше съел и лопнул в конце концов. Что, сдаетесь? Не, мы еще попытаемся. Да, папа. Ну попытайтесь! Пойду пока вашу сестру проверю. О! Почудилось мне? Или ты сдаешься? Кушать хочется, папа. Так давай, сдавайся! Мучение и закончится! Каша там ждет еще, если что, в кастрюльке. Только не каша. Ненавижу кашу. Уже лучше колу пить 24 часа. Ну ладно, я еще подожду, у меня время есть. Может и каша вам захочется. Ушел на кухню, пойду с малым поменяюсь. Кетчуп, трубочка, кола. Ярик, меняемся? Я тебе колу, а ты мне ролл. Сонь, я бы с удовольствием, но извини, я все съел. У Гоши проси, у него еще осталось. Ладно, Гоша, давай я тебе колу с соусом, а ты мне наггетсы с фри. С удовольствием, держи. Опа. Кока-кола. Фри, наггетсы. Эй, Гош, поделись колой, пожалуйста. Ты что орешь? Тихо. В смысле, что орешь? Вы там поменялись, а я за жажды должен умирать. Да замолчи, ты сейчас папа услышит, придет, и мы все проиграем. Мы все проиграем. Да пусть слышит, я все равно пить хочу. Так, что за шум? Че кричим, а? Ну на тогда попей! Спасибо, пап! Ну не спеши, а то еще голова закружится. Кстати, Соня и Георгий, вы проиграли! Чего это мы проиграли?
Меняться не надо было продуктами. Это было основное условие, правда, ребята? Так что... Ты, кстати, Ярослав тоже проиграл. Так ты мне сам дал. Так ты сам взял? А нельзя было? Ха-ха-ха! Пойду ваши телефоны собирать. PlayStation еще себе заберу. Ну и пока ваши карманные. Пойду их сам на себя потрачу. Ярик, а ты арбуза не хочешь? Ну давай, хочу. Ага, где я тебе его возьму? А чё тогда предлагаешь? Просто если ты хочешь и я хочу, то пошли к папе, пускай он купит. Действительно. Папа, что-то мы давно арбуза не ели. Может быть, ты сходил, купил? Я только прилёг, тем более вы вчера. Да и позавчера арбуз ели. Не, я никуда не хочу идти, мне лень. Пап, сейчас сезон самых вкусных арбузов. Ну купи, пожалуйста. Потом скоро закончится. Нет, я никуда не собираюсь идти. Я отдыхаю. Гош, пошли сейчас с Соней поговорим. Соня, ты случайно арбузика не хочешь? С удовольствием, несите. У нас нету. Иди у папы попроси, чтобы он купил. Хорошо, сейчас. Пап, что-то так арбуза хочется. Сходи, пожалуйста, купи. Да вы что, дети, сговорились, что ли? В смысле сговорились? Это твои младшие братья только что приходили, арбуз просили. И вообще, сколько можно его есть? Вчера, позавчера, позавчера. Да вы целую неделю едите арбуз. Пап, так арбуз можно есть вообще круглосуточно. Ага, так. Гоша, Ярик, идите сюда. Сработало. Побежали. Что такое, папа? Ребят, Соня сказала, что вы сутками готовы есть один только арбуз? Ну да. Легкотня. Тогда у меня есть к вам предложение. Так сказать, челлендж. Если с арбузом, то все что угодно. Так, ну хорошо. Тогда смотрите. Я пойду и куплю вам арбузы. И вы будете у меня их 24 часа кушать. И только их. А если откажетесь и не сможете выдержать... Выдержим, можешь даже ничего не придумывать. Так, так, не боитесь, значит, ничего, да? Ну, тогда так. Если вы не выдержите и проиграете, вы за свои карманные будете меня 3 недели кормить всем тем, что я попрошу. И за арбузом будете бегать, и за дыней. О, пока сезон не закончится. Но ты же понимаешь, что этого никогда не случится. Мы же выдержим челлендж. Ну тогда я за арбузами, а вы готовьте животы. А вы, ребята, лайк, подписка и коммент. И смотрим дальше, выдержат ли они арбузный челлендж. Меньше не было, что ли? Дети! Челлендж пришел! И дверь за мной закройте! Что, пап? Что-что? Челлендж начался! Садитесь, арбузный завтрак! Мечты сбываются! Так, пожалуйста! А че так мало? Это еще для начала! Скушай! Обожаю арбуз. Это вам повезло. А что еще сладкий попался? Мы так бы давились бы какой-нибудь кислятиной. Я не понял. А что ты ешь наш арбуз? А я типа это. Вместе с вами. В челлендже. Ну да, 2 арбуза мы вряд ли съедим за день. Вкуснятина. Пап, налей компотика, пожалуйста. Вам что? Сока в арбузе мало? Ага, и не-не, это не арбузный компотик. Обойдетесь. Сейчас я вам арбузный компотик сделаю. Арбузный компотик? Это что-то новенькое. А сейчас, ребята, мы из арбуза выжмем сок. Так, где моя соковыжималка? Прикольно, я арбузный сок никогда не пробовал. Наверное, он сильно полезный. Ведь это арбузный фреш получится. Свежевыжатый. Да ладно вам, просто пить хочется и все. Посмотрим, что там папа придумает. Папа ерунды не придумает.
папы хорошая соковыжималка есть. Да, ребята, пишите в комментариях, как еще вы едите арбуз и куда вы его используете. Очень даже интересно знать. Чтобы сделать сок из арбуза, даже косточки доставать не приходится. Ну где там, папа, сок? Не сок, ребята, а фреш арбузный. О, даже с трубочками будет. А я и не ждала, что будет так вкусно. Вкуснота-то какая. Да легко продержаться, когда папа такое творит. Чуря первый в туалет. О, арбуз-то начинает уже работать. Так, но говорят, что им очень вкусно. Ничего, сейчас будет время обеда. И пойдут обеденные блюда из арбуза. Вот это будет, конечно, то еще себе блюдо. Гоша, давай быстрее, ты что там поселился, быстрее! Что ли? Еще один. Не, пожалуй, я снова. Сонь, побыстрее давай. О, наваристый будет супец. Так, ну это ж суп. Ребята, а в суп всегда добавляют соль. Да побольше. А то арбуз был сильно сладким, они сказали. Хорошо. Так, и перец. Ребят, а вы ели суп из арбуза? Пишите в комментариях, кому приходилось. Так, с виду даже на борщ похоже. Но нет, ребят. Сейчас они придут обедать и все вам расскажут. Так, все готово. О, шкварчит немножко. Разливаем по порциям. Кто не верит, взгляните, здесь даже семечки от арбуза плавают. Дети, обедать! Идем. Как-то так. Так, аккуратно горячее. Блюдо от шеф-повара. Пап, мы же договаривались, все из арбуза. Это что, борщ? Наверное, это свекольник. А пахнет арбузом. Странно. Да что тут странного? Это не свекольник и не борщ, а арбузом пахнет. Потому что это суп-пюре из арбуза. Кстати, я вас пожалел и сделал без кожуры. А косточки могут попадаться, смотрите, будьте внимательными. Теплый арбузный суп? Нет. Какая гадость, фу. Еще и соленый. А по-моему, он еще и с перцем. Приятного аппетита, дети. Я рад, что вам понравилось. Ну, вот так вот, конечно, можно съесть. Это, ребята, все ради челленджа. Можно было, конечно, и не солить. Ты что, папу не знаешь? Это он специально так нас испытывает. А тебя, Соня, за язык никто не тянул, что это легко. Да ты особо сам не сопротивлялся. Надеюсь, хоть на второй будет просто арбуз. А на второй, ребята, я приготовлю им пюре. Пюре из арбуза. Так, а еще я помню, что моя бабушка всегда в пюре добавляла теплое молоко и растопленное масло. Хотя, это ж не картофельное пюре. Ладно, подам им без молока и масла, но хотя бы немножко подогрею. Я думаю, 2 минут хватит.
разогретое арбузное пюре выкладываем на тарелки. Что-то мне кажется, ребята, что после этого челленджа они еще долго на арбуз смотреть не смогут. Пишите, а как думаете вы? А знаете, ребята, что я подумал? А что за второе без мяса? Сейчас я им приготовлю арбузные медальоны, наверное, средней прожарки, на подушке из арбузного пюре. Арбузный пришелец. Ну что, зажигаем огонь. Берем сковородку. Берем растительное масло. И обмакиваем наши арбузные медальоны в панировочных сухарях. И отправляем их на сковородку. Медальоны нужно приперчить и посолить. Да, ведом так себя. А вот на вкус, надеюсь, будет получше. Ой, ну что, пап, мы доели твой суп. Давай второе. Ну, с первым молодцы, справились, не спорю. А вот вам и второе. Пап, ну что это такое? Пахнет, как жареный батон. Ну. О, ребята, вы такого не найдете даже в лучших мишленовских ресторанах. Это же... просто delicious. Арбузный медальон в панировочных сухарях на подушке из арбузного пюре. Дети, приятного аппетита! Никогда в жизни не ел жареный арбуз. Ну, даже ничего так. Горячий арбуз — это что-то. Ну, в принципе, съедобно, мне нравится. Папа молодец. Ой, спасибо! Мне даже приятно! Такой комплимент для шеф-повара! Кушайте, кушайте! И смотрите, съедаем все! У вас еще арбузный ужин впереди! Вообще-то я не подписывался есть то жареный, то вареный арбуз. Я соглашался просто есть обычный арбуз, папа! Да-да, хватит уже экспериментов! А можно на ужин просто порезать арбузик? А я что-то не понял. Ты все отказываешься участвовать в челлендже? После всего того, что я сегодня съел? Нет. Не прокатило. Гоша, а может быть, ты отказываешься? Куда? Я пюре уже почти доел. Остался медальон. Ну, с обедом они справились. Хоть и нелегко им пришлось. Молодцы! Остался только ужин. Но его тоже надо еще будет съесть. Э! Хай тут дверью в туалет хлопать! Идите ужинать. Опять арбуз. Что это? Что это такое? Арбуз? Мы понимаем, что это арбуз. Но что ты с ним сделал? Да ничего особенного! Я просто на ужин решил приготовить вам шашлык из арбуза! Приятного аппетита! Ладно. Папа, так он же сырой. Что, я не дожарил его? Так, давайте быстренько пожарим. Не-не-не, папа, он нормально сырой. Не надо. Вкусно, спасибо. Да, ребята, я пошутил. Это просто обычный арбуз, нарезанный кусочками. Решил я вас пожалеть.
И так им выпало сегодня столько испытаний с этим арбузом, что кушайте, кушайте. А завтра вас ждет еще один. У нас целый еще остался. Нет, папа! Мы уже на год вперед наелись. Ой, ну ладно, хорошо. Доедайте. Челлендж вы выдержали. Правда, ребята? Ну, кто не согласен, пишите в комментариях. Постараюсь ответить. И, короче, чистим зубки и ложимся спать. Если, конечно, у них получится спокойно поспать. Кстати, я тут пока готовил, тоже арбуза покушал. Пойду схожу, пока очереди нету. Я следующий! Я за ней! Я за ней!